В преддверии Международного женского дня глава Щелково Андрей Булгаков заехал к семье щелковского военнослужащего, который сейчас находится в зоне СВО. С его супругой Анной глава муниципалитета постоянно на связи. В прошлую встречу была озвучена просьба о ремонте дороги и помощи с подведением газа. По первому пункту все готово, а газ подключают уже на следующей неделе. Также Андрей Алексеевич навестил щелковскую многодетную семью Самаруковых. В ней живут сразу 4 представительницы прекрасной половины. Душевно пообщались, поговорили о мерах соцподдержки и предстоящих выборах президента. В семье решили, что им удобнее будет голосовать через ДЭК, и уже зарегистрировались.